Разрешено все, что не запрещено. Именно этого принципа придерживаются представители версии Mixfight M1. Ограничений в этом виде единоборств действительно не так много. Два раунда по 5 минут, закрытое пространство, а дальше все зависит только от силы духа спортсмена. В этом году организаторы предложили брянской публике 9 поединков с участием лучших бойцов Москвы, Тулы, Липецка, Орла и, конечно, звезд брянского спорта. Традиционно, сейчас это из Голландии пришла традиция, турниры по единоборствам иногда проводят по нескольким видам единоборств, чтобы зрителям было интереснее и более разнообразным было зрелище. То есть это может быть и традиционно тайский бокс, либо К1, смешанные бои. Иногда это одни из видов контактного карате. Чемпион Европы по боксу Эдуард Троиновский в смешанных единоборствах в каком-то смысле новичок. Но поставленный удар и техника позволяют именитому бойцу легко адаптироваться к любым условиям. Шансов у профессионального кикбоксера из Липецка просто не было. Это только со стороны. Соперник очень хороший, физически жесткий. Вот. То есть я где-то переиграл его тактически, где-то обманул, где-то схитрил. Бои без правил вернулись в наш город всего несколько лет назад, хотя многие брянские бойцы уже сейчас входят в когорту звезд мировой величины. Неудивительно, что найти достойного соперника для чемпиона не только в ближайших регионах, но и в России в целом не так просто. Пришло предложение выступить, но когда данные организаторы не сработали, чтобы найти партнера. Тяжело им пришлось. И я оказался без партнера. И нашли мне место на ринге. В качестве не бойца, а в качестве рефери. Почти 3 часа 1500 зрителей ждали главного события вечера. Первого за 2 года выступления на брянской земле Виталия Минакова. Трехкратный чемпион мира по самбо не подвел. На то, чтобы расправиться с бронзовым призером чемпионата страны по боевому самбо Иваном Фроловым, Виталию потребовалось всего 56 секунд. Для Виталия Минакова это уже 6-я победа в рамках версии Mixfight, но первая, которую смогли воочию увидеть брянские зрители. Очень приятно, столько людей, земляки, подростки, все поздравляют. Я первый раз выступаю по смежным наборствам на брянской земле. И этот дебют, он как бы удался. Мне очень приятно, что столько людей пришли поддержать меня. Мне очень приятно, я очень чувствовал поддержку зрителей. Дмитрий Кузнецов, Игорь Сусло, «События. Брянск».